Ректор Томского государственного университета Эдуард Галажинский посетил КФУ. В рамках визита гость ознакомился с институтами фундаментальной биологии и медицины, физики, психологии образования и управления экономики и финансов. Томский и Казанский университеты связаны давними отношениями. Визит нацелен на развитие новых связей. Очень здорово, что связи есть, и мне кажется, если мы их интенсифицируем и приложим еще усилия для того, чтобы они стали более явными, то это даст преимущество обоим университетам. И когда мы вместе находимся на глобальном рынке научно-образовательном, то, мне кажется, наша задача вместе объединять усилия и выходить в пространство международное, как ведущие российские университеты. Визит является ознакомительным, однако ректор Томского государственного университета уже нацелен на научное сотрудничество. Это, в общем, поле, где мы могли бы очень эффективно коллаборироваться. Вы замечательно продвинулись очень далеко в клинической практике, в современной. И я думаю, что у нас есть интересная перспектива с точки зрения материаловедения, математики, физики, биологии, психологии, наладить здесь очень хорошую взаимоусиливающую связь. В ближайшем будущем планируются визиты специалистов ТГУ в Казанский федеральный университет для обмена опытом и совместных проектов. Артем Тупичкин, Леонард Валетяров, Универньюз.